вам необходимо подключить приставку к телевизору, подключить антенну приставки, и вы сможете принимать 20 платных цифровых эфирных телевизионных каналов. Спутниковые антенны и ТВ-приставки в селе Высоком начали появляться давно. А вот у тех, кто еще не перешел на цифру, времени осталось немного. Аналоговое вещание в Брянской области будет остановлено 3 июня. В нашем районе создана рабочая группа, которая занимается оповещением населения о переходе на цифровое телевидение. И вот мы, проводя работу, установили, что 3 села нашего района входят в зону неустойчивого цифрового сигнала. Помочь местным жителям – задача сотрудников Брянского радиотелевизионного центра. Сельчанам объясняют, как правильно вывести антенну для хорошего приема сигнала и рассказывают о преимуществах нового формата. В отличие от аналогового телевидения, здесь качество изображения очень хорошее, то есть без помех. А еще 20 каналов вместо 4 раньше доступных в селе. Те, кто уже оценил плюсы цифрового ТВ, говорят, новым форматом довольны. Цифровое телевидение – это совершенно другой уровень приема, намного качество лучше стало. Каналы все хорошие, яркие изображения, прекрасное, чудное. Ну, лучше, конечно. Не нравится – на другую переключаешь. Вот здесь вот есть специальный разъем для антенны. Мы его подключили. Подключаем. При возникновении вопросов любой житель области может позвонить на бесплатную горячую линию. А если подключить приставку самим все равно не получается, помогут специально обученные волонтеры. Льготные категории граждан могут получить компенсацию за покупку оборудования. Качество изображения лучше, да? И качество изображения лучше, и 20 каналов – это очень хорошо. Смотрите с удовольствием. Валерия Бурносова, Игорь Винничук. События. Унический район.